Молодым, возрастным, да и вообще всем водителям Иркутской области в предстоящие выходные не стоит забывать, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения нельзя. Тем более, что остаться незамеченным при совершении столь серьезного проступка вряд ли получится, ведь инспекторы ГИБДД все 4 дня будут проводить сплошные проверки. Направлены рейды как раз на выявление нетрезвых водителей. Стоит отметить, что полицейские выйдут на дороги в праздничные выходные не просто так. Как показывает статистика, многие наши земляки не видят ничего страшного в том, чтобы сесть за руль под градусом. Так, с начала года на территории региона случилось уже 20 ДТП с участием пьяных водителей. 3 человека погибли и более 20 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, более 1200 нетрезвых шоферов задержали сотрудники ГИБДД. А на повторном нарушении попались уже почти 400 человек. Сотрудники госавтоинспекции уделяют особого явления в транспортном потоке подозрительных автомобилей, которые значительно снижают скорость при управлении и движении на дороге, начинают хаотичное перестроение. То есть будут выявляться водители, которые за рулем в нетрезвом состоянии, либо которые откажутся от прохождения медицинского свидетельствования. В последующем данные водители будут привлечены к административной ответственности.